Мы будем выбирать из 8 регионов России, а вот из каждого региона по человеку. Ну, читайте, то есть, например, Северо-Кавказский регион, вот там будет один исполнитель. Ну, и так далее, по всей стране. Вот это будет группа, которая будет исполнять вот эту вот песню, гимн Универсиады. И вообще хочу всем сибирякам сказать, что я безумно вас люблю и скучаю по Сибири.